Тарифы растут как на бабах, только на словах, а на деле судный день еще не назначен. Официально постановлений Кабмина о поднятии цен на газ и электричество нет. Правда, повышение тарифов все же не миновать, не успокаивает главный специалист по ЖКХ и уже предлагает утеплять дома. У нас на сегодняшний момент комплекс мероприятий, по которым мы в доме можем снизить затраты на тепло. Что сюда входит? Это первое. Нормальные стеклопакеты и окна. Сегодня у нас во многих старых домах еще остались обыкновенные старые эти оконные проемы. Теплосъем со стены здания происходит очень быстро. Даже минимальное утепление недорогими материалами, пенопластом, пенополиуретаном и закрытие его сайдингом дают возможность экономить. В утеплении жилья государство может помочь людям, а именно посодействовать получению ссуды на такую модернизацию дома и оплатить 40% тела кредита. А если вы все же захотите утеплиться с помощью АГВ, котла или другого способа, отныне отрезать квартиру от муниципального тепла можно только всем домам или подъездам. Анастасия Большедворова, Евгений Ячменцев, Думское ТВ.